Срочная новость, друзья. Об этом вам вряд ли кто-то расскажет. На данный момент сотрудники московской полиции расследуют дело по факту хищения человека. Сообщается о том, что вчера вечером из своего частного дома владения на окраине Москвы неизвестными лицами был похищен известный российский артист, певец и шоумен Александр Ревва. Сообщается о том, что он вышел к воротам, подъехал автомобиль марки BMW. Оттуда вышло двое крепких парней, которые затаскали Александра Ревва в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Родственники уже предоставили сотрудникам полиции съемки камер видеонаблюдения. Где сейчас находится артист России Александр Ревва, никто не знает. Мобильный телефон его отключен. Смотрите наши новости, друзья. Мы ждем шокирующих подробностей от сотрудников полиции. Будем надеяться на то, что сотрудники полиции предоставят нам более подробную информацию. И уже завтра рано утром у нас на канале выйдет свежий выпуск с подробностями данной трагедии.